Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет трешечок роллинг под коллекционера для Арсения на английском сервере. Не русский сервер. Что-то нам уже задержали на пару дней коллекционера. И это печально все. На всех серверах уже нормальные коллекционеры были. У нас пока нету. Вот такой вот коллекционер. Ну, я скажу вам, довольно-таки неплохой. Если выбить лазулю, получаешь скин. Овоща выбиваешь, получаешь 100 топовых слизней, плюс еще топовые мешки. В принципе, тоже неплохо. Так, окей. Поехали, посмотрим на аккаунт. Удачи, спасибо. Зеус. Перец. Вот так вот называется. Гильдия. The Guild Wars. Босс 4. Авто 15.00. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, четвертые места. Гильдия имеет свободные места. Так, такой вот аккаунт. Поехали, посмотрим. Донат, без донат. Без донат, отлично. Что у него интересного есть? Сейчас глянем. Такс. Поехали, посмотрим героя. Так, но ему больше всего нужна Фрея, он говорил, и Ворожай. Да. Ну, в принципе, Махатма тоже нормально зайдет, Лазуля. Думаю, тоже не откажется, и Стрелок. Ну, в общем, есть кого выбивать. Так, окей. Поехали, посмотрим, что у него там делается вообще в алтаре. Без донат. Ну, тыковка без талантика. Я вам скажу, как для без доната, вполне на его силе. Обалденные у него еще таланты стоят. Ремок, правда, не вижу. Ну, видимо, аккаунт очень молодой. Поэтому вот так вот. Ну что, поехали. Будем начинать пробовать трешевать. Я уже показывал вам, что... Ну, что-то мне не заходит новая анимация. Еба! Сори, ребят, ну это просто... Просто изи было. Поздравляю. От души. У тебя есть со второго там или с третьего клика недостающий герой, которого ты так, наверное, хотел. Бывают же чудеса. Ну, админ панелька, ребят, как всегда, тащит. Ну что, поздравляю, Ворожей, обалденный герой на бездонате, блин, ну нереально круто на такой силе иметь такого героя. Поехали дальше. Рино. Нифига себе. Атлант, еще The Drake. Фига себе. Вы че? Это уже, смотрите, мега роллинг, ребят. Я, честно говоря, немножко в шоке. Надо будет у себя тоже поролить. Так, давайте до 30. Отлично. Ну, с вас по лайку. Отлично. Огонь вообще получилось. Так, поехали. Поехали, посливаем героя в рейде. Ну, в общем, вот так вот. Бывают чудеса. Так, что-то они у него не слились. Надо слить полностью всех героев. Да, нам бы Фрейку сейчас еще вытащить. Была бы вообще песня. Это какие-то они у него дикие, вам не кажется? Так, надо на кого-то топа напасть. А я знаю, как мы сейчас сделаем. Начал кошмарки фармить. Ну, в общем, блин, с Ворожаем, конечно, круто. Все будет. Так, окей.
Ну-ка я еще гляну, что там у него не хватает, а то я так мельком. О, Рину у него недостающий. Ну, вообще огонь, ребят. Ну, как по мне, это уже эпичненько. Поехали дальше. 450. Призрачный. Ну, призрачный это немножко не то, что нам надо. Блин, да посмотрите, как жилейки падают. Нифига себе. Вот это мега удача. Рибит. Рибит, я не помню. Это просто, ребят, это просто батька ролит. Ну, видимо, все-таки новая анимашка на английском сервере. Нереально, нереально. Тащит. Ну чё, поздравляю, недостающий герой Plant Warrior. Конечно, это не Розалина, но в любом случае у тебя уже плюс 2 от хила есть. Это уже однозначно плюс. Ну и ты получил офигенные бонусы в виде там, блин, топовых плюшек. Да, вот это оно, ребятушки. Малышник. Давайте до следующей легенды. Ну давай, зачем мне эти сиськи? Афина, нифига себе. Поехали смотрим. Это надо посмотреть, ребята. Так, смотрим, что мы там вытащили. Бигфута нет, ну призрачный, я не знаю, может у него есть, может и нету. Рино, Plant Warrior. Хранителя бы неплохо. О, Рибит, Вала, ну, что я могу сказать? Огонь. Роллинг почти удался. Надо еще какую-то ему вытащить за 15к. Мы сейчас это по-любому сделаем. Ну, по-другому быть не может. Да, не зря он ждал следующего коллекционера, я вам скажу. Давай, тащи. Давай, Роня, тащи. Ну, конечно, он тут немного затащит, но... Так, давай, сливайся. Отлично. Отличненько. В общем, вот так вот, ребятушки. Ведьмочка, суккубик, медузка. Так, ну где ты следующая имба? Скулкнай. Асура? Ну нифига себе. Но Асура у него, по-моему, есть. Да, Асурик у него есть, но все равно неплохо. Повторочка. Поехали дальше. Влад Дракула. Ну, это немножко не то, чего мы ожидали. Но жилейки, кстати, я думаю, мы уже, думаю, где-то собрали. Должны были собрать. Так, Деск Найт. Так, что-то пошло не так. Ну, как видите, вообще просто налегке собрали и жилейки, и, блин, вытащили имба героя. Так, ну чё, давай. Давай, я сказал. Давай сюда имбу. Ну, не эту имбу, конечно. Ну, можно было бы получше дать. Получше только паладин. Понятно все. В общем, вот так вот, ребятушки. Зафармили мы довольно-таки отлично. Так, Plant Warrior. Ворожей. У него Афин, фига себе. Ворожай, Рину, ну, блин, отлично. Я считаю, мы свою миссию выполнили. А, места не хватает. Ну, потом откроет сам, кого-то сольет. Такс, поехали сюда. Да, лазулю бы еще, конечно. Ну и так мы, считайте, собрали. Сейчас подкроем еще топовые карточки. Посмотрим, что там будет у нас. Так, окей. Смотрим вторые. А, у нас места не хватает. Отлично. Супер. Ну, 1к кулаков. Юз. И бум. Анубис. Нифига себе. Нифига себе.
Вот это да. Ну, ануб у него есть. Я думаю, это просто аут, ребят. Ну, что я могу сказать вам? Просто мега его ди... Это все. Это просто... Лепите лайки руками, ногами, ребят. Вот этот новый трэш... Трешачок в этом году. Блин, ну чё, поздравляю. Поехали еще Фрейю вытащим. Эти карты. Сердцеедка, которой тоже нету. Ну, блин, дайте Фрейю это все. Это можно просто закрывать роллинг и идти удалять игру. Блин, Афина, ну, в принципе, тоже неплохо. Так, use open one. Новый, о, отличная эмблемка новая. 10 осколков на трифе, да. Еще 10, ну все, крутой, крутой. Так, новый питомец, плюс 10 штук. Розалинда плюс 5, отлично. Еще плюс 30 финика. Ну, давайте эти пооткрываем по одному пока. Воодушевление, офигеть. Вот это бонус. Блин, ребят, ну это, конечно, еще одно воодушевление. 10 камней. Огонь просто. Камень аугментация. Ну, что я могу сказать? Поздравляю. Поздравляю. Да-да-да. Думаю, блин, где героя? Вот так вот сразу только чпек и десятка сразу, ребят, сразу десяточка. Огонь просто. Ну, что я могу сказать? Пятые водушки тоже для бездоната это, ну, нереально круто. Так, 20 камней. 150. Ну, все, я дальше уже открывать, думаю, смысла. Смысла особо нету. Ну что могу сказать? Арсений, ты должен. С тебя пожизненные лайки. Просто огонь, ребят. Просто мега круто. Получилось у нас все. В общем, вот так вот. Пишите комменты, подписывайтесь. Давайте аккаунты на роллинге. Ссылочка в описании на мою телегу. Пишите желательно туда. В ВК я реже захожу. Всем удачи, всем пока.